Bună ziua, stimați reprezentanții mass media, vă mulțumim că ați dat curs în invitații. Suntem foarte bucuroși că ne-ați onorat astăzi cu prezența la briefingul de presă, tema căruia este participarea partidului politic Șor la alegerile parlamentare în circumscripția numărul 38, Hâncești. În continuare vom încerca să luăm legătura cu domnul președinte, domnul Ilan Șor. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua, da, foarte bine. Direct, briefingul a început, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult. Dragi jurnaliste, во-первых, хочу сказать, что очень по вам соскучился. Поэтому скоро нам придется увидеться. Во-вторых, хочу, учитывая, что сегодня брифинг, я понимаю, что у вас ко мне накопились вопросы, у меня к вам накопились вопросы. Именно поэтому я принял решение, что в первой неделе февраля, в первые дни февраля, я организую специальную большую пресс-конференцию, куда приглашу абсолютно всех желающих журналистов для того, чтобы ответить вам на ваши вопросы, задать вам несколько своих вопросов. У нас будет очень интересная дискуссия. Дорогие друзья, тема сегодняшнего брифинга – это выдвижение нашего кандидата. Я хочу сказать, что когда в 2015 году я шел баллотироваться в Аргеев, как мэр города, многие не верили, что я войду во второй тур, а мне удалось победить и сделать реальные изменения. Когда партия Шор участвовала в парламентских выборах, многие не верили, что партия Шор сможет преодолеть барьер. Мы уверенно преодолели барьер и уверенно зашли в парламент. На нынешних осенних местных выборах многие не думали, что мы будем участвовать. Мы участвовали и показали достойный результат. Дорогие друзья, все это лишь потому, что сегодня у людей в тех населенных пунктах, которыми мы управляем, появилась надежда. Надежда, которая подтверждена реальными делами, которые мы сумели добиться в муниципе Орхей. И доказать, что мы люди не слова, а люди дела. Да, сегодня у граждан Молдовы в лице партии Шор появилась реальная надежда на лучшую жизнь. Реальная надежда на поднятие страны с колен. Дорогие друзья, я никогда не буду говорить, что наш курс такой или такой, потому что те, кто многие годы нам обещали Европу, привели нас к тому, что лучше рифмуется с ней. Те, кто нам рассказывают о лучшей жизни в дружбе с Востоком, тоже пока, к сожалению, результатов не видно. А все лишь потому, что пока мы сами, как мы это сделали в Аргееве, не закатаем рукава, не пойдем сами строить дороги, вкручивать лампочки и улучшать жизнь наших граждан к лучшему, ничего не получится. Мы только сами хозяева своего счастья. Именно поэтому партия Шор опирается на свой опыт, на свою силу и на возможность реально решить проблемы людей. Дорогие друзья, да, сегодня многие говорят о борьбе с коррупцией, но, к сожалению, все, кто говорят, пока что ее возглавляют, но не борются. И это мы видим достаточно период времени. Дорогие друзья, сегодня у жителей округа Хэнчешты появилась реальная возможность изменить жизнь к лучшему. И я даю свое мужское слово. Я уверен, что мы победим. Я уверен, что сразу после мы изменим жизнь этих людей к лучшему. Мы докажем, что в Молдове можно жить по-другому. Что в Молдове могут быть хорошие дороги, что в Молдове может быть свет на улицах, детские площадки, качественная инфраструктура, и в целом жизнь будет лучше. И все знают, что только партия Шор держит свое слово перед людьми. Только мы выполняем свои обещания. Потому что для нас это не игра, а для нас это ответственность перед людьми, которые мы обещаем. Дорогие друзья, мы приняли решение участвовать, потому что мы не просто потому, что мы серьезный политический игрок, а потому что мы знаем, что у людей есть вера и надежда, потому что мы придем и поменяем жизнь к лучшему. У нас сильный кандидат, опытный кандидат. Человек является вице-председателем политической партии Шор.
Этот человек непосредственно участвовал во всех проектах развития муниципия Архей. Этот человек знает детально и досконально каждый проект, который мы сделали. Этот человек является главным, на мой взгляд, порядочным и ответственным человеком. Я хочу вам всем представить с глубоким уважением господин Виталий Полинский. Mulțumesc, domnul președinte, pentru așa o prezentare frumoasă. Stimați reprezentanți ai mass media, vreau să exprim recunoștința pentru încrederea care mi-a fost acordată de către președintele partidului, de către întreaga echipă a partidului politic Șor și pentru șansa care mi-a fost oferită de a participa la alegerile parlamentare din circumscripția uninominală 38 Hâncești. În calitate de vicepreședinte a partidului politic Șor, eu am cutreierat toate localitățile din țară, inclusiv și satele din raionul Hâncești, din circumscripția 38. Cunosc problemele cu care se confruntă cetățenii, cunosc problemele cu care se confruntă localitățile din această circumscripție. După componență și numărul de locuitori, raionul Hâncești este asemănător raionului Orhei. Eu am activat mulți ani de zile în raionul Orhei, în calitate de funcționar public, în calitate de ales al poporului în Consiliul Raional și Municipal, ceea ce înseamnă că realizarea proiectelor de succes din raionul Orhei, eu am făcut parte din aceste proiecte implementate de către domnul președinte și echipa partidului politic Șor și știu ce vom face și în circumscripția 38, raionul Hâncești. Oamenii au obosit de promisiuni goale. Oamenii așteaptă conducători care să le schimbe viața spre bine. Partidul politic Șor a dovedit prin acțiuni concrete că promisiunile care le de cetățenilor le îndeplinește. În aceste condiții sunt gata să devin deputatul personal al fiecărui locuitor din circumscripția 38 Hâncești. Sunt pregătit să-mi asum responsabilitatea totală pentru acțiunile mele și al echipei mele. Sunt pregătit să implementez proiectele sociale și de infrastructură în Hâncești, precum le-am realizat cu succes în municipiul și raionul Orhei. Astăzi venim să întoarcem oamenilor încrederea în viitor, încrederea spre o viață mai bună, încrederea că ziua de mâine va fi mai luminoasă, precum a devenit luminoasă și pentru locuitorii din municipiul Orhei și raionul Orhei. Sunt convins că locuitorii din Hâncești vor susține candidatura mea în calitate de candidat desemnat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Consiliul Electoral de Circumscripție Hâncești a înregistrat grupul de inițiativă. Începând cu ziua de astăzi, noi vom merge activ în localități pentru a colecta semnături în susținerea mea în calitate de candidat desemnat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Stimați prieteni, mergem spre victorie, mergem spre o viață mai bună pentru toți locuitorii din circumscripția 38 Hâncești. Eu vă mulțumesc! Дорогие друзья, я хочу в завершение сказать, что точно так же, как мы сегодня строим в Ардиеве Монако, и это будет лучший наш Монако, точно так же, как сегодня мы в Тараклии начинаем строить маленькую Ниццу, которую я обещал, я сделаю из этого округа настоящий Страсбург. И мы не будем идти в Европу, мы просто Европу привезем к нам. Я вам это обещаю. Спасибо. Mulțumim foarte mult, mulțumim, stimați jurnaliști, pentru prezența la briefing și, așa cum am promis, vom mai reveni cu alte briefing-uri. Mulțumim!